Так, ну вот, пере этот. Только какие города? Какие города? Причал, крепость. Причал, крепость. Мирием Тазар, да? Ну тут Тазар имба вообще. Как тут Тазара законтрить? Давай. Ну да, никсы сильные. Каркесом? Да какой каркес нахуй? Тут разведчицу только брать. Вот как будто никсы тоже имбовые юниты, да? Может быть. Чё он задумался-то? Блин, а я сам хотел продать ему. Цвет — это первый ход. Ну тут вопрос. Ну типа болото, скорее всего, будет первое ходить. Болото будет первое ходить. Вот. И, типа выгодно болото брать, да? Чтобы первому ворваться и по щам надавать. Пока там касты не сработали. Ну типа на кулаке врываешься и просто кабину рвешь. Этому причалу, да? Болото купим? Болото. Красное болото. Ой, синее болото. Давай, болото. Что там по откату получилось? А, он тарка берет. Тарка тоже норм. Что-то я забыл по цвету. Короче, френдли у нас, да, получается. 3-1, финалка. 500. Плюс 500, да. Ну, поехали, потестим. Мясо болота на мясо причала. Поехали. Чего, бонус не берет?
Ну тут как будто приоритет сначала города позахватывать. А если компов добавить, а зачем компов? Смысл от них какой? Да, не-не-не, они сдохнут как этот. Даже не почувствуем компов. Поехали. Ну да, пиво. Да не видят они всю карту, но они как будто что-то знают. Компы хитрые. Так, две дороги, да, сдало. Блин, две дороги на самом деле плохо. Ну хотя не, почему плохо? Плохо. Не повезло, да, немножко. Монстры чересчур агрессивные. Неплохо так. Неплохо. Френдли — это значит, мы играем с обязательной финалкой. Без прессинга друг друга до обязательной финалки. Вот что означает. То есть мы заранее выходим на обязательную финалку. И то есть кто лучше побегает по карте, соберет лучше монстров, тот молодец. Да, мы договорились, нельзя. Блин, лого неплохо, кстати, выглядит. Ой, мухи пошли, ни хрена себе. Разведка. Если честно, я хочу это плюсануть.
Давай присадим. Лого, разведка. Без диплы, да? Страдания. Не повезло с лояльностью сильно, конечно. Так, здесь пофиг. Терка денег. Мухи тоже, да, стратежный стек, кстати, у болота. Попробуем вот эту заджонить еще. Блин, этого нету дерева. Как то бы захватить, так-то неплохо было бы, да? Неплохо было бы шахту захватить. Что-то Twitch немножко, да, подлагивает или что происходит? Что у меня периодически чат пропадает. По темпу тут сомнения есть какие-то. Магия земли, да? Блин, универа вот то, что мне плохо. Плохо нам без универа. Да ёлки-палки.
Ну, кстати, эта штука вообще даже неплохая. Блин, если вот эти лучники не джойнятся, нам как будто не хватит армии. Не хватит. Супер трэжер рядом, ну неплохо. Все как-то стало плохо вдруг. Блин. Все как-то вдруг плохо стало. Блин, очень слабая армия получилась. Очень слабая. Так, слоу хотя бы есть, да? На 5 раундов. Да, темпа нету, к сожалению. Ну, сейчас побежим, посмотрим. Если там блоки, считайте, встряли. Так. Ну, поехали. Я даже не знаю, что мы там сможем. Но мы улики можем брать, да? Вот это наш плюс. Мы можем кормиться на уликах. Да.
О. Ну, 26. Мы же сразу полетели, что ли, умирать? Так, 20 уток наковыряли, да? 20 уток наковыряли. Это уже вроде неплохо. Но диплы нет, это плохо. Так, скорость отлично, щит отлично. Могу ли я вот это забрать? Мне кажется, здесь будет больно. С матросами это проблема. Ну, кстати, вот слоу может помогать сейчас, да, немножко экспертные. Блин, да что ж такое, какой деф на. Сейчас за этим уликом. Плюс со шапкой, да? Да, за пассивами похожен контроль. Сейчас улик. Блин, вы серьезно? Прям сразу мне решили удачу парить. Это было сейчас грустно. Блин, еще и на 4 улик. Это так мало. Чем возьмем пассисов мы? С маслоу-то. Должны, да, по идее. Будем удачу каждый раз кастовать. Должны с масло пробить, да, по идее?
140 налей. Ну, если грейжные будут с мухой подманим, да? Ветку снимем. Накернем уткой. Блин, как же вот эта штука помогает? Что вы знаете про неудачу? Ну а фенс остался, воздух и тепла, да? Даже автобой победил. Но если этот нубас справился, мы тут на изи вообще всех раскатаем. Да. Может, это тогда сломаем? Там же наверняка ТП, да? Блин, эти уже по этот пожестче будут на самом деле. Или в родную зону сходим. Что он уже ко мне пришел и мою эту взял. Бред какой-то. Мы еще и тут не успели. Ну можно, можно. Сейчас не купится. Или подожди. А, да, у меня тележка. Тележка тележная. Интересно, он пришел.
Может здесь просто пройтись, в колодец зайдем. Кто-то не вернет случайно? Ну, кстати, не такие уж статы, может, они могли бы вернуть. Ой, что сделал? Так-то все-таки дали. Странно, странно даже. А, там еще до хрена ФП осталось. Ладно. Казалось, мало. Thank you.
На Г плюсу надо слишком много обелисков. А, все, нету больше ДДшки. Капитолина. Коробки. Тут другой приоритет сейчас. У нас немножко другая стратегия. Надо сейчас города позабирать, чтобы он не мог их забрать. Кстати, здесь цита есть, цита интересно. Так, КВ это Vision. Да, Vision по идее нам нужен. Пойдем пострадаем немножко от титанов. А, у нас нету прыжка третьего, да что ж такое-то? Тормозит, как будто лобби, что ли, тормозит. Или что случилось-то, блин? Почему тормозит, не могу понять. Это стрим тормозит. Вот это вообще интересно. Mm-hmm.
Вижен на уток? Да, пофиг сейчас на уток. Главное город быстрее забрать. Мы же договорились не перезахватывать города. Мне важно вот этот город быстрее Дармача забрать. То есть, в принципе, сейчас войска вообще не важны, джойны не важны. Нужно вокруг города забрать. То есть, если город будет мой, он не сможет его забрать. А потом уже мы все и так заберем. По идее, вот здесь Цита. Циту обязательно нужно забрать. Цита очень важна для продаж. Хотя надо было убить, да? Гидру можно забрать еще. Так, у меня есть два прыжка. Просто все джойнится. Сколько же здесь мух будет, да? Мух-мух, много мух. Че, бутылка тут есть, смотрите-ка. Бутылочка есть. 145, а мы без граля. Райфи, здорово. Да, без граля, прикинь, да, нубасы. Нубасы. Ну басы. И без гуся, и без рога, да? Вообще ни черта нету. Во плоти плюс две к удаче. У нас и так экспертная удача. Главное тут город сейчас не просрать, чтобы Дарма чего не забрал. Солнышка нет здесь. Выпилено. Я его возвращать не стал.
Так, а что у нас есть? Кольцо есть, да, вот это? Ну, кстати, здесь этот респ с магазином. Блин, нахрена я гидр с собой таскаю, чтобы не ходить, да, наверное, быстро. Что-то мы по темпу, такое ощущение, что недельку проигрываем, да, с идеей. Правда, у нас голый герой по факту, но ладно. Это же не имеет значения. Чтобы армия гидравлическая была, это смешно, кстати. Дракули с ума что сошли. Блин, а я не успеваю, да, тут ни хрена. Да пофиг, давай так. Да нафиг мне универ, мне и так шафен сдадут. А тут проблема сейчас у нас с мувпоинтов маловато, и мы как будто мало всего успеваем сделать. На самом деле сюда бы тоже зайти не помешало. Город с магазином забрать надо. Я вот куда отдал? Плохо. Ничего тут нету этих библиотечных. Читальный зал закрыт сегодня. Да, кучерявые кольца есть. Есть кучерявые кольца. Так, 5 городов у нас, да? Хорошим курсом. Уже можно продавать. Продавать хорошим курсом можно. Так, что я хочу сделать? У нас на самом деле договоренность с Димой, что мы не перезахватываем города друг друга, а мы просто фармим статы и войска на финалку. На... Так, что я могу еще поблизости стырить? Вот, кстати, вот здесь наверху. Город. Маршрут.
походу его город. Блин, а у меня же книжек нет, да никаких. Ну да, это его город, блин, это плохо. Это плохо, что город его. Упс. Упс. Блин, что я натворил? А вот здесь город, кстати, на. Да? Блин, только бы он был свободен. Это я прыгун. Вот это я прыгун мощный. Блин, если тут город взят, это жопа. Не, нападать до финалки нельзя. Поэтому мы в наглую так ходим. Если бы можно было, мы бы это так не делали. Да блин, такая, не знаю, мне такая игра, если честно, не нравится. Хрень полная, типа не нападать, фармёшка какая-то тупая идет. Блин, город его. Ну мне колодец тогда здесь нужен. Я сейчас колодец не нахожу, мне тут что делать-то? На, нужен колодец. Жулик.